Привет, друзья! Меня зовут Илона, и я спортсменка шоссейно-кольцевых мотогонок. Сегодня я вам расскажу об такой важной части экипировки, как мотоперчатки. Сама я прокатала свой первый гоночный сезон, это был мой первый гоночный сезон, в мотоперчатках Alpinstars GP Pro. Сейчас расскажу, почему мой выбор был именно они. Итак, мотоперчатка Alpinstars сшита из высокопрочной кожи кенгуру. Да, это самая устойчивая к истиранию кожа. Ну, вы понимаете, да, при скользячке, что это важный момент. Защищена кевларовыми вставками, полиуретановой защитой запястья, также костяшек пальцев и слайдеры на пальчиках, на концах пальцев. А еще такой важный момент, на который я обращаю внимание, когда выбираю себе перчатки, это патентованная Alpinstars, кстати, система скрепления между собой мизинца и безымянного пальца. Важный момент, кстати, когда мы падаем, ну, а, конечно, все говорят о том, что нужно сгруппироваться, нужно все поджать, но, тем не менее, сила инерции нас тащит часто в разные стороны, у нас пальцы растопырены, руки, ноги, и по итогу, как минимум, можем сломать один палец. Даже если ваша профессия не связана с руками, но, тем не менее, перелом одного пальца может сильно усложнить вам жизнь. И если у вас пальцы между собой скреплены, то это, как минимум, уменьшает вероятность травмы пальцев. Еще один важный момент перчаток серии GP Pro, что внутренняя часть перчатки, ладонь, дополнительно оснащена искусственной замшей. Что это нам дает? Это нам дает более чувствительное сцепление с мотоциклом. Да, кстати, многие из вас часто говорят: я не могу катать в мотоперчатках, мне неудобно, я не чувствую мотоцикл, я не могу им управлять. Так вот, в этих мотоперчатках у вас такой проблемы не будет. Потому что, во-первых, кожа кенгуру, она, несмотря на то, что она очень прочная, она тонкая. Также все анатомические вставки очень хорошо продуманы компанией Alpinstars и позволяют чувствовать мотоцикл. А перчатки серии GP Pro выпущены в женской версии и в мужской версии. То есть анатомическая форма предусматривает и женскую руку, и мужскую руку. Что, кстати, важно, потому что у нас в стране с женской экипировкой, особенно с женской гоночной экипировкой, такой вопрос стоит. Но вот с компанией Alpinstars этот вопрос, можно сказать, решен. Есть еще один важный момент, о чем часто говорят мои подписчики и многие мотоциклисты, что в перчатках жарко. Так вот, перчатки профессиональных версий оснащены перфорацией с обратной стороны и с наружной стороны, что нам дает обдувание ветром, и, как следствие, наши руки не потеют, и это нас не отвлекает от наслаждения управлением мотоциклом. Еще такой важный момент, на который бы я обратила внимание, это двойная застежка. Ну, вы видите, здесь верхняя застежка на липучке и большая застежка, которая одновременно у нас и полиуретановая защита запястья прижимает полностью нашу манжету на руке. Что это нам дает? Многие из вас думают: возьму короткие перчатки, это уже защита руки, и все нормально. Так вот, мое мнение основанное на том, что именно я видела на треке. Часто у нас комбез заканчивается до запястья, здесь молния. Либо куртка имеет резиновую манжету, которая, допустим, идет в стык с короткой перчаткой. Что мы имеем? Человек падает в скользячку. Это, кстати, реальный случай с трека в Питере, который я видела. Я говорю парню: а почему, откуда у тебя, ты же в комбезе был, откуда у тебя травма локтя, содрана вся кожа? А все очень просто, была короткая мотоперчатка, в итоге асфальт зацепил молнию на комбинезоне, молния раскрылась, комбез полуснялся, и, как известно, травма. Если была бы длинная перчатка, то есть длинная манжета на перчатке, разумеется, был бы защищена эта часть руки, защищена начало молнии, и этого бы не произошло. Поэтому я рекомендую брать именно длинные перчатки. Ну и лучше, конечно, длинные перчатки из профессиональных версий, чтобы была полиуретановая защита. Мы же, например, думаем о том, чтобы
взять мотоботы с полиуретановой защитой. Так вот, наше запястье на руке не менее важно, чем на ноге. Эта часть, да, допустим. Поэтому лучше, если она будет защищена. Что по итогу хочу сказать, друзья мои. Я откатала свой гоночный сезон именно в этих перчатках, и у меня ни разу не возникло желания их сменить на что-то другое. Ни разу не возникло желания даже попробовать что-то другое. Поэтому советую вам зайти на сайт магазина Bikeland, посмотреть, а лучше даже прийти в супермаркет Bikeland, примерить, почувствовать это на собственных руках, понять, что это лучшее, и наслаждаться катанием на мотоцикле. Хорошего вам сезона, друзья мои! Удачи, ровных дорог, зеленых светофоров! Пока-пока!